Репортаж дождя. Брат этот. Угу. И вот здесь тоже. Ага. Вот так он выглядел, похудел, болел он. 2 года назад житель станицы Гребенской Асхаб ушел из дома и не вернулся. Его больной отец Мухаммед не смог встать, но слышал, что сын ушел не один. То, что подсказывала интуиция, подтвердили соседи. Забрали сына, забрали на двух камерах, Toyota Camry. Один единственный сын был, его забрали и с тех пор не нашли. Семья обратилась в полицию, потом в администрацию района, в администрацию республики. Но ответов не было. Лишь намеки, что сын получил по заслугам, потому что связан с ваххабитами. Впрочем, версии менялись. Они сказали им, он был ваххабистом, он был наркоманом. Мы им говорим, если он был наркоманом, он не был бы ваххабистом. 2 года плакали. Оставшись без поддержки власти, отец сам отправился на поиски сына. Он говорит, что так и не дождался бы справедливости, если бы не дело Немцова.